Все закрылы сантехник Егоров снизошел до меня поутру, чтобы сбавить клозет от засора и проделать в клоаке дыру. От него исходило сияние и струилась в мир благодать. И, наверное, в свое оправдание я велел ему водки подать. Он поднял запотевшую стопку, оттопырив мизинец кривой, и плеснул содержимое в глотку, по-славянски мотнув головой. И ломая мундштук папиросы, не сводя с меня праведных глаз, озадачил наивным вопросом: как, мол, вышло такое у вас? А я ему отвечал, заикаясь: дескать, ходим порой по нужде и сливаем по-варварски, каюсь, все, что в пищу негодно уже. А еще я в сортире ночами перечитывал Горького «Мать» и клозеты споганил бычками, не умея собой совладать. Он внимал моему откровению, как Герасим над бедной Муму. Ну а я, обуян вдохновением, исповедовал душу ему. Говорил о знакомых засранцах, о любовницах с вечной нуждой и о том, как однажды во Франции стырил лифчик у немки одной. А я рыдал, что хотел стать героем, но с отдышкой героем не стать, что до свадьбы был первым плейбоем, а теперь стал плебею подстать, что с годами во внешности леля все видней иорданский анфас, и жена потихоньку наглеет, как арабы у сектора газ. Он вздохнул и ушел в непогоду, величав лучист, как Грааль, а в клозете струились воды, унося мое прошлое вдаль. Ну а я, из дерьма возродившись, устремленный к сиянью небес, воду пел о неспосланных свыше сизокрылых архангелах без.